Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня хочу показать, как выглядит моя теплица с рассадой сегодня, 13 апреля. Теперь мы уже не носим домой рассаду. У нас на улице 5 градусов. В теплице тут градусов 10-12. Нагревается солнышком за день. Вот. Все у нас тут даже... Сейчас покажу. Даже огурцы в бочке высадили. Они цветут. Конечно, у нас тут еще беспорядок, у меня везде стаканы, ящики, все, но я здесь работаю целый день. Так что вот все растет, тут перцы. Единственные баклажаны я держу еще дома, потому что они теплолюбивые. Ой, как по лесенке, даже спущусь. Они теплолюбивые, я их боюсь выносить. У меня тут даже вот второй ряд уже начал занимать перец место, но сегодня мы его унесем, тут темно ему. Видите, они уже все разрослись, все сомкнулись, их нужно разъединять. Их нужно разъединять. Помидоры, которые я вот для себя на семена посадила, они вообще как пальмы. Это не очень хорошо уже. Короче, нам уже тесно. Все, нам нужно переходить на новую территорию. Некоторые пойдут в другую теплицу. Темно. Сегодня у нас плохая погода. Лилии в подвале вот такие вот выросли. Тоже ни к чему они. Я хотела просто луковицы сохранить для разведения. Все. Там картошка на яровизации у меня лежит. Тут везде перцы. А вот это самые последние малыши есть еще у меня. И вот такие. Вот такие тоже нужны. Все, вот такая у нас рассада сегодня.